сажает русского в тюрьму, в камеру, а там одни хохлы. Наступает ночь, русский засыпает, хохлы залазят к нему в сумку и видят кусок сала, и решили они его съесть. Говорят, давай мы его съедим, а русскому скажем, что не видели, так и сделали. Наступает утро, русский просыпается, лезет в сумку, а сала нету. Он их спрашивает, вы случайно сало не видели? А хохлы в один голос, не чебачили. Русский говорит, странно, 10 лет вожу, кусок сала по тюрьмам, голубкам жопы мажу. А тут никто и не чебачил. Один хохол говорит другому, я ж тебе говорил, говном пахнет, говном, а ты копченая, копченая. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.